Так, сейчас у нас 2 часа 24 минуты, ночь на дворе, дождь идет. Возникла у меня идея сделать авточеллендж. Невозможно пройти мимо таких же родных машин Матизов и не подумать, боже, что ты это не поменяешь. Решил я начать с подарка незнакомой машине, заменить ей гайки на шпиль, которыми крепит колес. Можно воспринять и по-другому, как будто у тебя что-то хотят украсть, но это мы делаем из благих намерений. Хорошо это делать знакомым, близким, на какой-нибудь день рождения или в честь какого-нибудь праздника. Вот зачастую проходишь мимо машин, смотришь на их рычаги для стеклоочистителей. Они там уже проржавевшие до невозможности. Думаешь, да возьми ты сними, зачисти да покрась. Еще в качестве подарка я решил поменять еще крышку, которую закрывают у нас ступичные подшипники. Что, переходим к следующему колесу. Наверняка у каждого из вас, а вы себе что-то меняли. Остались запасные запчасти. Так вот, для того, чтобы они не отлеживались, не ждали следующего хозяина, примените их на деле. Тоже поменяем крышку ступичных подшипников. Заменили на переднем колесе и заменили гайки на правом переднем колесе. Ребят, если вы готовы сделать авточеллендж и показать его, делайте ссылки под видео. Обязательно посмотрим и оценим.